С 8 февраля в Азербайджане начинается вакцинация лиц старше 65 лет. Как передает канал 13, в стране есть около 700 тысяч людей, относящихся к этой категории. Каждый гражданин старше 65 лет может пройти регистрацию на сайте rendezvous.its.gov.az или сообщить информацию о себе, позвонив в отдел регистрации поликлиники, в которой состоят на учете. Зарегистрированный на сайте будет приглашен на вакцинацию посредством смс-уведомления, а при обращении в поликлинику гражданам старше 65 лет сообщат точную дату и время прибытия в медпункт. Напомним, что 18 января в Азербайджане стартовал процесс вакцинации от COVID-19.